Всем привет, ребятки, с вами Blackstorm Phoenix. Сегодня будем дальше играть в игру под названием LEGO Marvel Super Heroes. Сегодня мы начинаем проходить операцию Латверия. Так, куда нам надо? Ну вот говорят сюда подойти. Ну я подошел. Чё-то ничего не вижу. А, вот. Все увидел. Да-да-да, я понял уже. А вот и наш корабль. Ну чё, полетели. Сейчас будем проходить операцию Латверия. Deep in Central Europe lies a small nation known as Latveria, ruled by Victor von Doom. Don't let the rustic look of Dr. Doom's castle fool you. It has incredibly advanced weaponry hidden behind its stone walls. Even really good internet. Про Wi-Fi пошутили, молодцы, молодцы, красавчики. Так, что у нас здесь? You call it the Fantastica. Whew. Nice. Does it come with satellite radio? We're entering Latverian airspace. Local weather is dreary with an 80% chance of bad guys. And a 100% chance of incoming fire. Sending the Fantastic Car to autopilot so we can jump in. Human Torch and I will secure the landing zone. Так, хочу переключиться, нельзя, нет? О, существо. Промазал по киту. О, приветики. Ну, приветики. Green Goblin's here. Doom's hiring every baddie he can find. I wonder what kind of benefits he offers. Must be decent. He's got an army of security guards, too. Ben, I believe some clobberin's in order. Ah, Sue! You ruined my line! Director Fury, come in! We've been knocked off course. Please respond. It's no use. Что несёшь? Something's interfering with our comm signal. Doom must have a jamming device nearby. Так, отлично. Иди сюда. Готово. На самом деле мы попали в какую-то большую хрень. Я не знаю, что здесь надо делать. Вообще никак не поднимается. Окей. Так, а там сохранение есть. Интересно, зачем оно нам здесь? Давайте посмотрим. Сохранить и продолжить. Доктор по вызову. Окей. Так. Невидимая женщина, ты нам нужна там. Как туда пройти?
Опа, бог гоняет. Пойдемте дальше. That dish looks like the source of the interference. We've got to disable it. Похоже, что да. It's clobbering time. А так ее не вырубить, да? Жал. Жал, конечно, жал. Так. Нужен фантастик. Отлично. А что тут делать надо? А, вот так вот. И все. Come in. Fantastic Four, do you read me? Loud and clear, Director Fury. We've taken down a comm tower that was blocking our signals. I'm on the other side of the castle. We can do with some backup. Quick. Так, ну мы сейчас придем, наверное. Я уверен. Why don't you show off your disappearing trick? Нихера себе у него удары. Отлично. Что он делает? Ясно. You should be able to move certain objects with your powers. Так, сейчас мы поднимемся. Давай уже сдохни. Вот мразота-то, а. Так, сейчас построим мы кое-что, и будет у нас все лады. Готово. Гаси их, существо. Способностями к телекинезу. Ну это и да. Впрочем, ничего нового.
Давайте я вас убью уже всех наконец или нет? Надоели. Да дай пройти ты, мразь. Давай, есть. Так, что-то мы нашли. А, панельку для фантастика. Ну, я ясно. Что за пиздец? Впрочем, ничего нового. О, привет, мы тебя нашли. Вон где наши сражаются, нужно к ним попасть. Ник Фьюри и Джонни. Шторм, слава богу, что здесь ты белый. Ну и чё? ГГ, пацан, что не знаешь? Да не ты. Ясно. Впрочем, ничего нового. Пойдемте дальше. На самом деле, Фантастическая четверка не самая лучшая команда, как по мне. Я почему-то ее не люблю. Ну, она мне какая-то скучная вроде для меня. Или того. Злодей у них скучный, это Доктор Дум. Вот Альтрон пиздатый все-таки. Капитан Америка. Ясно. Где я его возьму? А, она тоже так может делать. Отлично, мы подобрались к Джонни. Теперь нам нужно освободить Ника Фьюри. А где Ник Фьюри у нас? ХЗ. Впрочем, ничего нового. Команда у них на самом деле сильная. Башня Старка. I've got bad news. The only way to bring the lift down is to trigger the alarm, which I bet will bring us a lot of unwanted attention. Triggering the alarm? Is this supposed to be a surprise attack? А он невидимым может становиться? Да. Теперь мы можем играть за Ника Фьюри. Круто. А что он нам сказал? А, подождите. Что это сейчас было? Блять, ты можешь нормально? Нормально будь. Да, я знал, что нам надо туда.
пошли, что-то так долго. Так. Растягивающийся персонаж Марвел, это только фантастик же, насколько я помню. Вроде да. That's all right, team. Playtime's over already. Так, сейчас я их до конца размажу, этих мини-думов. Так, пора выламывать дверь. Я, короче, знаю, кто тут нужен. Я так и думал. Дум, мы к тебе. What? No Spider-Man? Shit. I do so enjoy winding him up. You won't give up. И чё? Впрочем, ничего нового. Так, надо их сейчас всех убить. Чё-то там. Тупые роботы. Роботы вправду тупые. На, получи. Опять он на свой глайдер пошел. Ой, меня убили. Destroying the Fantastic Four. What a pleasant surprise. Ну как бы нет. Ну ладно. This is it, you worms. Жалкие черви, это твой батя с твоей сестрой. Да куда ты, мразь? Надо сейчас последний удар нанести этому чмошнику. Да что ж такое, меня опять убили. Опять. Да позовите кто-нибудь Питера. Давай, Рид, пора закончить это дело. Чего? I don't believe it. You won't get away with this. Готов. Fools.
Don't force me to use Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Does that look like a ray gun to you, Reed? Usually ray guns use focused light, whereas this appears to use cosmic energy. Why don't you just ask him? Villains love to talk about their stuff. Hey, Doom, what is that thing? Oh, you'd like to see it in action? Very well. Ясно. Мы отсосали. Впрочем, ничего нового. Ладно, ребят, сейчас посмотрим кастенку и на этом закончим эту серию. Давайте смотрим. Shield Helicarrier, this is Fury. Hill, are you there? Here, sir. Listen, we've located our silver friend. We'll bring him back to the carrier. Doom is taking off with Loki. That's a bad match. Bad for us, I mean. Can you locate them? We can. Just like you can track me anywhere, apparently. They're headed out to sea, sir. Contact Professor X and see if he can spare some mutants to help us track down all of Doom's associates. Yes, sir. Ладно, ребят. Loki and Dr. Doom are heading out over the ocean. Ну, это Coulson, possibly говорит. Looking for more cosmic bricks. We need you to fly out there and find them. What is brother Loki thinking? Ладно, ребят, с вами был я, Blacks. На этом я говорю всем удачи, всем пока, берегите себя, пока.